Обычный мир с простыми людьми, Япония. И вроде все позади, живут все как обычно. Дом, работа, учение всем привычно. Изум, я так думал до сегодняшнего дня, когда ему какая-то муха поползла в ухо. Он тогда спал тихо и спокойно, снились то ему ничто не беспокоило, и как судьба открыл глаза в тот момент, когда в руку входила она или не она. Может просто он, а может и оно, мне уже все равно. Скажу честно, я думал он тупой, этот парень как его, наш главный герой. Но пока паразит полз в его руке, замотал он себе наушниками вход Б. И вот выясняется, что жуки ползут вверх, хотят захватить мозг и стать главным в семье, подчинить своих жертв. Будет это успех, смерть близких близка. Прости меня же, а наш герой, везунчик порой, схватился за ум и стал другой. Правая рука его была непроста, превращалась внезапно и часто в козла. Ну как в козла, он был неживой, красноречив и умен, начитан порой. Звать его было паразит, это НЛО что ли? Черт возьми, как выясняется, дальше в мире нашем они только для того, чтобы убить нас. И нет больше причины никакой, видимо, Бог обиделся, народ людской. За что помоги, прости и пойми, как нам жить теперь, и узри, узри то, что ты натворил. Бог, это ты, я верил, увы. Мы ведь не бессмертны и боль очень смертна. Нам плохо теперь-то, как жить дальше-то? Едят они нас, и хруст слышен прям вас. Но не спеши, я дам им отпор, посиди и поржи. Смотри на меня, как рублю их на части. Весело, да? Паразитам хана, смерть близка, от моих рук падут они, да. Ведь со мной правая рука, и вместе мы банда.